Приветствую вас. Мне кажется, что подобные вопросы стоит обсуждать в рамках психотерапии, конечно же. Вот. Но общий момент такой. Само слово «должна» реагировать, мне кажется, в принципе, такое деструктивное само слово «должна», потому что, ну, как бы, не должна реагировать, если, условно говоря, не хочет, да, или там, не должна реагировать, если не хочет реагировать. И напротив, если хочется когда-то реагировать, то реагировать нужно. А тут ведь все упирается в то, ну, как мне кажется, тут все упирается в то, насколько человек осознает в данный момент себя, насколько осознает цели, ради которых это делается, да, то есть, условно говоря, если вы хотите, там, защитить себя, только если вы хотите отстоять себя, только, вот, ну, конечно, можно делать все, что вам захочется, если вы хотите себя отстоять, только. Если вы хотите донести что-то до мужа, да, то здесь вот нужно, исходя из того, что мужем лучше воспримется. Вот, условно говоря, если ваш муж, человек, ну, такой вот вспыльчивый, если ваш муж человек такой достаточно импульсивный, например, да, вот, то, ну, как бы в таком случае, мне кажется, имеет смысл говорить с ним на, ну, вот, на его языке, да, то есть на языке, ну, на языке вашего супруга, чтобы ему как-то вот было, ну, понятнее то, что происходит, да, вот, это, ну, вот, то, что мне кажется актуально. То есть мне здесь в вашем вопросе видится проблема такая, что вы говорите о том, должны ли вы что-то. Мне кажется, что это не тот путь, который может реально к чему-то привести. Мне кажется, что если вы будете отреагировать, если вы будете реагировать так, как вы себя чувствуете, да, если вы будете реагировать так, как вы себя, ну, ощущаете вот в момент, когда это происходит, если вы будете это выражать, если вы там, не знаю, ко всему прочему, будете выражать это в приемлемой форме, да, то есть это, ну, не сразу этому обучается, то есть это вот, к сожалению, как бы, ну, сразу не получается, вот, то будет как раз-таки идеально развитие отношений, потому что, ну, зачастую останавливает больше всего
зачастую больше всего. Значит, останавливает то, когда человек говорит про боль. Вот, когда человек говорит, что, ну, что больно. Ну вот, ему, человеку, то есть, понимаете, да? Да. Вот, и, соответственно, тогда это довольно быстро приходит к какой-то вот, ну, гармонии, что ли, да, то есть, ну, понимаете, что я хочу сказать здесь. Вот, вот такой ответ. В целом, мне кажется, что вы, ну, условно говоря, убеждены, вероятно, в том, что, ну, может быть, знаете, что вам нужно, да, то есть вы надеетесь, получив ответ на конкретный вопрос, решить свою проблему, но практика показывает, что, к сожалению, нет, что вот такие ответы на такие вопросы не решают проблемы. Решают проблемы только, ну, в какой-то степени последовательная такая вот работа, да, последовательная психотерапия, вот это только решает, ну, только это решает проблему, реально решает проблему, вот, и, к сожалению или к счастью, но результат, я бы сказал, появляется постепенно, вот. То есть это, ну, это не быстрая история, не быстрый результат. Вот. Потому что вы со своим супругом в любом случае двигались к вот, ну вот, к тому, что между вами происходит сейчас. Так или иначе, вы двигались. И как-то вы к этому пришли. И без, без поддержки со стороны того же психотерапевта, например, вам будет сложно изменить привычную модель, ну, общение, привычную модель отношений. Плюс ко всему супруг будет, вероятно, противиться, ну, вашим переменам, вот. Потому что, ну, ему будет страшно, ему будет как-то вот довольно-таки тревожно, ну, как-то вот чувствовать, ощущать, что вы там, ну, могли измениться, что вы могли стать другой, вот, что вы могли изменить свою модель, ну,
поведения, твоя модель отношений. Вот. Поэтому, вот, на мой взгляд, такой момент нельзя сбрасывать со счетов. Вот. Ну, я надеюсь, собственно, что вы и не будете его сбрасывать. Я надеюсь, что вы обратите внимание на вот эти моменты, которые я вам озвучил, потому что это важно. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было как минимум не бесполезно. Вот. Ну, я надеюсь, что дал ответ на вопрос на ваш в той форме, в какой это было возможно. С учетом, ну, условно говоря, специфики работы и моих ценностей. Желаю вам всего самого доброго.